Вы хотите сказать, что такого в реальной жизни не бывает? И все это постановка и инсценировка? Спешу вас разочаровать. Вы свидетели. Изготовление самого народного самого распространенного и известного предновогоднего и рождественского главного украшения стола. Да. Того самого знаменитого Оливье. Вот. Полюбуйтесь. Герой нашего времени. Кандидат в идеальные мужья. Правда, с очень высокими запросами. Но как вы хотели. Претендуешь? Соответствуй. Точно, давай. Ты морковку для снеговика купила? Ну, честно, я вообще не понимаю, почему снеговик состоит именно из трех частей. Пусть будет из двух. И правда, Кристина, зачем да. тебе голова? В такое в наше время не часто увидишь. Неси свой свитер, будем на карточках. Ну что ж, придется выйти из-за угла. Дабы убедиться, что все уже почти нарезано и приготовлено. И все это совсем даже не постановка. Правда, неизвестно, какая будет реакция на съемку из-за угла. Скрытой камерой. Ну, была не была. Вот и ты, выбирай, нарезаешь салат. Ты не понимаешь? Нарезаешь салат. Я прикимаю, ты попередушь целый нить, а? Далее, за 5 минут до 12, и я прокидаюсь. Не понял. Мы радуем бажание, выпиваемо шампанское. Далее идем в салат. А чем это вы тут занимаетесь? Ты же вроде спал. Вот это да. Катаемся, дай на озеро. Я решил. Застукали? Хотел тихаря запасать оливьешку в 2 часа ночи, а ты что проснулся? А, у меня чуйка. Запашок пошел? Ну да. Ну, встал вроде как, проходил мимо туалета, слышу запахи. Спалил меня, да, спалил. Да. Хотел сюрприз сделать. Не получилось. Ладно, что сказать, ребята. Тихаря в 2 часа ночи сделать салатик оливье. Так, на завтрак чисто. Перекусить. Я хочу мобилку с фонариком, а была лазерную карту. Ну ладно, смотрите. Оливье стандартное. Смотрите, учитесь. Завидуйте. С такими ногтями. Завидуйте. Это вам не с докторской колбасой. Да. Это вам с натуральным мясом. Не, колбаски я еще докрышу хорошей. Лекарской.
Вот. Картошечка, лучок, яички, порошок, майонез, соль, уксус. Ну ты же все наши фирменные секреты. Ой, какие еще секреты? Фирменные секреты-то не раскрывать. Немножко буженинки. Секреты денег стоят? Ну естественно. Немножко буженинки. И что? Весело, весело, встретим Новый год. Ой, такой мягенький. И Рождество. Ох ты, елочка, зажгись. Новый год к нам мчится. Скоро все случится. Ну, по крайней мере, будет где спать. В смысле? Ну, оливьешка-то мягкая будет. Это мордой в салат, что ли? Да, мордой в салат. Ясно. Короче, да. Помягче делать. Как говорится, подстели себе, знал бы, где упадешь, подстелил себе оливье. Да, вот так вот, дорогие друзья. Кто соломку, кто соломку стелит, а кто оливье с мясом. Новогодний кентавр, только наполовину. Ну что ж. А снеговик. В общем-то, реакция оказалась не столь агрессивной. Зря опасались. Он вообще-то хороший и добрый. Когда спит зубами к стенке. Да. Ну ничего. У меня он петушок просто рядом. Наступающий. Таким наступающим. А, старым Новым годом. Кому-то этот оливье уже в печенках, а мы его еще точим, точим и точим. Ну еще бы. Самый элегантный. Из подруг такого шеф-повара сделать такое оливье можно кушать круглосуточно и круглогодично. Ну что ж, продолжение следует. Приглашаем всех на снять пробу. Вы еще не видели, какие печеньки пекут? Ну он что ли? Я ей продаю. На Майдане. Да. Ну так что, наше оливье, ваша выпивка и поляна на загляденье и на зависть всем. Да. Все, ждем. Вот такая ждем у нас гость. Криза. Не-не-не-не. Треба так встретить Новый год, чтобы он запомнился на все життя. Это точно. В масть. Сказано главное вовремя. Ну да. Я маю на увазі, може давайте візьмемо петарди, позапхаємо їх в сніжки і бросать усіх. Вас за це рік тому чуть не посадили. Нет, там дело далеко зайдет. Так. Да, вкусно покушать, это речь. На трех своих котах. Угу. Да под такую закусочку. Под такой закус да бутылку. Итак, предложение остается в силе. Так, под такой закус можно даже типа аукцион устроить. Кто более крутую выпивку принесет, того и пусть. Тот и снимет пробу. А еще полгода назад я даже воды вскипятить не мог. Ну да. Смотрите, как он плавно, даже пальцы это не режет. Видишь, я целый, да, все на месте, все 20. На ногах все 11. Все 11. Это апокалипсис, надо бежать, надо что ты делаешь? Наступающий старый Новый год. Мы уже практически во все оружие. Мы стали жертвами интервенции. Ну, на то мы будем ждать гостей. Пришел конец. Что случилось, комбат? Неужели наш участковый Кандыба вышел из запоя и объявил охоту на ведьм? Да хуже, Мишаня! Видите, для такого приготовления даже алкоголь не пью, даже пиво, чисто чай. Ага. Чтобы руки не тряслись. Да. Его исторического прототипа. Да, Коман, похоже, наше положение почему-то хочу под Варшаву. Самый главный праздник еще впереди. Коман,
без выходных ягодиц не бывает, как сказал. Еще пару праздников, и в принципе уже на море можно собираться. Проснулся на берегу. Очнулся. Я имею в виду на теплое летнее море. А, ну там и плавки искать. Там и продолжим. Сейчас старый Новый год, 8 марта, 22 февраля, туда-сюда, 23 февраля. Ну и все. Ну и все. Вас проснулся и. Ага, там уже 1 мая уже шашлыки и маевка. Все. А там уже открытие сезона. Ну, надеюсь, мы его откроем где-нибудь в теплых краях и местах еще раньше. Если я там уже буду готовить нам. Юрчик. Что? Юр? А давай мы уже Новый век вдвох відсвяткуємо. Давай уже відсвяткуємо. Давайте уже відсвяткуємо. Ждем-с. Ты?